Вот сейчас мы приехали к Ирине Батуре. Это мама 5 деток. Это детки, вы можете в интернете видеть. Вот особенно вот этот мальчик, да? А ну покажися. Нет, вот Тёма. И Тёма. Это в интернете очень много есть фотографий, где они в подвале в шахте Челюскинца. Они просидели там 1.5 года. Так как здесь были прилеты, очень сильно здесь бомбили. А они не могли выходить из подвала, вот эти детки. И вот сегодня, благодаря замечательным людям с Кипра, благодаря Александре Березкиной, благодаря ее друзьям, мы купили 2 продуктовых набора и привезли в эту большую семью. Почему? Потому что мне Ирина написала, что действительно положение очень серьезное, детям кушать нечего, совершенно нечего кушать. Задержали детские деньги и тому прочее, ну, итог плачевен. Ну, вот есть такие добрые люди на Кипре, есть люди, которые тронуты судьбой детей нашего Донбасса. Там не кушай ты, подожди еще колбаску, уже хотела колбаску съесть. Спасибо вам, люди, огромное. Вот видите, как детки просто-напросто уже не знают, не дождутся, пока я закончу съемку и налететь на все то, что я привез. Спасибо большое, правда, сейчас очень тяжело, гуманитарную помощь не дают. Детские задерживают, детские выплачивают частями, кусочками. Спасибо большое. Спасибо огромное вам. Все, можете кушать, что хотите. Сейчас молоко на кухне. Относи. У тебя на чай. Хорошо. Это чай с молоком со сменой. Сейчас, подожди. Бери. Я теперь любимый. Ням. Я хочу нет. Конфету? Да. Сейчас. Не могу. Когда приедем, ты вот это же.